Буду готовить кабачковую икру, чтобы покушать дома. Мелко порезала лук репчатый, порезала морковку соломкой и сейчас это буду обжаривать. Кабачки очистила, порезала мелким кубиком и сейчас буду добавлять в нашу сковороду. Далее я добавляю болгарский перец, тоже нарезанный кубиками. Далее добавляем помидор, нарезанный тоже кубиками. Я сняла кожицу с него. И потом где-то за 5 минут до конца я добавляю чеснок. Причем я его мелко порезала, то есть я его не пропускала через чеснокодавку. Также из специй я ничего не добавляю, только соль. И можно добавить мелко рубленой зелени или сушеной. Вот такая вот кабачковая икра у меня получилась, очень вкусная. Если любите, можете все потереть на терке или пропустить через мясорубку, но я люблю, когда вот все кусочками, когда все чувствуется. Можно на хлеб намазать, очень вкусно на белый хлеб с чаем, со сладким попить. Ну, также можно использовать в качестве гарнира. Вот и все, всем приятного аппетита, надеюсь, кому-то я была полезной, и пока-пока! Пока-пока! Ha ha.